На площадке Волгоградского аграрного университета в рамках проекта «Марафон спорта, науки и технологий» состоялся мастер-класс для студентов. Гостем этого мероприятия стала прославленная спортсменка Ирина Слуцкая. На ее счету серебро и бронза Олимпийских игр, первые места на чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. Титулованная фигуристка поделилась с волгоградскими студентами историей своего успеха, а также рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться на пути к своим победам. Дорога к многочисленным пьедесталам оказалась вовсе не безоблачной. Иной раз молодежь может запутаться, да, и сейчас настолько все быстротечно, настолько все эмоционально, что, не умея преодолевать какие-то преграды, дети психологически ломаются. Начинаются бесконечные походы по врачам, начинаются эти депрессии и все остальное. На самом деле очень важно не просто говорить, да, о том, что, ой, вы знаете, а вот надо пойти туда, сделать это, а своим личным примером показать, что действительно не бывает безвыходных ситуаций. В любом случае ты должен встать и пойти. А вот как это сделать, я рассказываю на своем примере. Ирина Слуцкая на личном примере доказала, что главное – идти к своей цели и не сдаваться, а также не слушать тех, кто пытается сбить с пути. Ее девиз – не падать вниз ни в спорте, ни в отношениях с людьми. Она смогла справиться с серьезными проблемами со здоровьем и стать одной из лучших фигуристок в мире. Это ли не пример для подражания? Найти ту цель, к которой вы действительно будете идти, несмотря ни на что. Вот я вам желаю всем уметь преодолевать те жизненные препятствия, которые встают на вашем пути. Всегда верить в лучшее и всегда понимать, что у каждого из нас своя жизнь, своя судьба и свой путь. Не надо сравнивать себя ни с кем. Он может, и я могу, а может быть, даже лучше, чем он. Сегодня заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Ирина Слуцкая возглавляет добровольный физкультурный союз по северной ходьбе. Вот уже в течение 7 лет спортсменка пропагандирует здоровый образ жизни, призывая людей всех возрастов заниматься этим достаточно новым видом спорта. Как оказалось, волгоградские студенты уже успели принять участие в соревнованиях по ходьбе с палками. Награды федерального уровня они получили из рук прославленной чемпионки. Такую теплую встречу молодые люди, без сомнения, запомнят на долгие годы. Меня вдохновило то, что северная ходьба – это совсем новый для меня вид спорта. Мне этот вид спорта нравится тем, что он спокойный, не требующий много усилий. Помимо этого, я занимаюсь тяжелой атлетикой. До этого я занимался 7 лет борьбой и самбо. Сегодняшняя встреча для меня сыграла большую роль, как бы познакомиться, увидеть лично вживую такого знаменитого человека. Для меня гордость. Подробнее о марафоне и о пользе северной ходьбы Ирина Слуцкая рассказала на пресс-конференции журналистам. Как вид спорта, эту дисциплину внесли в реестр в 2019 году. На сегодняшний день разработаны правила и разрядные требования для проведения соревнований. Взрослые мы работали, когда в Московской области. По нашей статистике, у нас те, кто ходили северной ходьбой, они стали, реже посещать врача, народ начала отвлекаться, понимаете, их эмоциональная составляющая стала совершенно другая, потому что 100%. Вечное вот что-то, вот все вот недовольны. А здесь, кстати, ходишь, дышишь воздухом, делишься своей соседкой, всеми своими проблемами, и время идет, да еще и оздоравливаешься. Ведь ходьба – это не просто спортивная дисциплина, ведь это профилактика. Профилактика заболеваний, профилактика осложнений. Вот легче же, понимаете, физически предотвратить заболевание, чем потом лечить. Во время пресс-конференции Ирина Слуцкая обратилась к депутату Госдумы Алексею Володскову с просьбой обустроить дорожки для занятий северной ходьбой. Вполне вероятно, что в ближайшее время в волгоградских парках и скверах станет больше людей, занимающихся этим видом спорта. Валентина Конышева, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».